Уже был один очень опасный момент. Все-таки, мне кажется, либо ребята еще немножко не проснулись, либо просто друг друга побаиваются. Но все-таки почему-то у нас игра не торопится раскрываться, и достаточно большое количество ошибок в передачах. И опять-таки говорили мы о том, что периодически пускаются в обыгрыши один в один. У нас ребята из Киргизии. Пока мы этого тоже с вами не видим, и вообще как-то они в атаку подключаются неохотно. Вполне возможно, что будут ждать своего шанса для контратаки. И уже только тогда, может быть, даже во втором тайме, мы увидим резкие, быстрые выпады киргизских ребят в контратаке. А пока что продолжается у нас та же самая картина. На поле по-прежнему сборная команды Армении в атаке. Без какого-то осознанного продвижения. Вот только сейчас может получиться. Григорян передачу в центр выполняет. И моментище! Это гол! Ну что, провалились сейчас в обороне игроки сборной команды Кыргызской Республики. Греник Петросян открывает счет в матче. Стоило мне сказать, что моментов не очень много, что не получаются выхода из обороны в атаку. Вот вам, пожалуйста. Воспользовался оплошностью защитников 17-й номер сборной команды Армении и отправил мяч в ворота. 1-0.